Строящаяся школа в Гусарской Балладе станет одной из самых больших в Подмосковье. Она рассчитана на 2200 мест. Корпус уже возвысился на 4 этажа, при этом строительство планируется завершить раньше срока. Объект посетила делегация из Башкортостана. У коллег планируется развитие территории порядка 100 гектаров, да, и как раз они сейчас в начальном этапе реализации договора КРТ комплексного развития территорий. И для них важно было поделиться опытом, соответственно, какие ошибки им не учесть для того, чтобы максимально быстро реализовать, да, этот проект, и в том числе, чтобы граждане, которые там будут жить, могли получить как можно быстрее доступ к социальным объектам. В этой сфере застройщикам есть чем поделиться. Гостям рассказали, какие современные технологии используются, как сократить сроки возведения, какие материалы применяются и многие другие тонкости. Нам очень понравились планировочные решения. Также мы поговорили об организации образовательного процесса и благоустройстве территории. И планируем все эти новшества применить на территории города Стерлитамак. Особенно гостям запомнились решения по винтажному остеклению. В настоящее время в городе Стерлитамак реализуется проект комплексного развития территорий. И полученные навыки обязательно пригодятся на родине, уверены члены делегации. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».